Продолжаем новости. В Ангарске 20 ноября, в день правовой помощи, детям специалисты системы профилактики ответили на вопросы жителей округа. Цель акции – помощь несовершеннолетним и их законным представителям, которые имеют сложности в реализации прав или нуждаются в их защите. Пока такая возможность и открыта запись была для предварительной. Предварительная запись пока была открыта. За все это время обратились 5 человек. Трое из них по вопросу алиментных обязательств и двое по проблеме конфликтных взаимоотношений с супругом, проживающим отдельно. Консультацию по вопросам медицинской помощи несовершеннолетним, образовательному процессу или жилищным правам детей можно получить у специалистов по адресу улица Восточная, 28.